объясните, пожалуйста. Вы с коллеги там сидят, да? Кто-то узнал, что здесь сидит вообще, да? Ну вот, вы же меня узнали. Нет, я узнала. Но я не знаю других, я же сопростным не хотел. Нет, они не знали, значит. Ну ладно, давайте на английском. Я буду говорить на русском. На меня смотрите. Вот кошмар какой-то. Не, буду сюда смотреть. So what do you think about let's so-called war on 16th? I think that. I mean, everybody thinks that Azerbaijan is part of the Everybody thinks the results are different. I think that if you look inside of the story, there is different stories as usual in any war. Everyone is building up its own story. Who is guilty? Who is the right? And so on. But in general, I think that the April 2016 is showing up that unfortunately peace is not coming here. And that's what we always saying, just that the army must be returned back to barracks. And this is the only way how we can proceed for the peaceful resolution. Whenever we're talking about peaceful resolution, we are understanding that the biggest trouble for the peaceful resolution is the military. And in this case, of course, withdrawal of Armenian troops from the territories of Azerbaijan for sure can build up absolutely different environment. And I think that opening up a new opportunities for two nations who used to live next to for the peaceful. Yeah. Она согласилась. Вы на русском, я на русском, значит, я сейчас задам вопрос. Да вы на армянский будете переводить потом? Нет, потом Вы из какой части Армении? Из Еревана? Из Еревана. Почему нет? Потому что я кого-нибудь случайно все из Еревана. Я работала в Армепресс. Да. Значит так. У меня только дедушка из Гарса был. У вас все время говорите о том, что надо сохранять мир, нам нужен мир, но почему-то все ваши действия говорят о противоположном. Ну, ответ очень простой. Территория-то моей страны оккупирована. Ответ как раз-таки очень простой. Такие выражения только на камеру надо делать. Ответ же очень простой, потому что территория моей страны оккупирована армянскими солдатами. Вот что делает гражданин Армении на службе на территории Азербайджана? Извините, вот скажите, извините, пожалуйста, извиняю. Почему вы считаете, что это ваша территория? Это армянская, искренне армянская территория. Вы какую часть считаете искренне? Все то, что было захвачено? Арцах – это армянская территория. Кто сказал? Она же называется Карабах, который в переводе означает. В переводе означает что? Черный сад. Черный сад? Вот на азербайджанский Карабах называется, да. Черный сад. Господин Мәммәдяров, я слежу за вашей компанией. И часто там встречаются вот такие выражения, что Ереван наш, Ереванское ханство. И сейчас они... Не нервничайте, самое главное, не нервничайте. Что? Не нервничайте, самое главное. Вы становитесь эмоциональны. Вы становитесь очень эмоционально, а для журналиста это не самое. Не, про такую тему, конечно, Извините, пожалуйста, ладно, остальное в Москве давайте. У нас самолетное движение. Все, хорошо. Увидимся в Москве тогда. Давайте.